прикрутил к главному домену. Очень классно вообще получается. Смотри, человек попадает на блок, вот я сейчас покажу. Давай. Этот момент покажу. Вот человек зашел на блок, да? Когда он будет у нас уже в интернете. Так. Посмотрел туда-сюда, идет на форум. Обрати внимание, адрес. Ну пока на локалке вот домен. Ну да, да, да. Идет на форум. А, ты его прямо к сайту прикрутил. Ну вообще великолепно. Да. Здесь, как говорится, практически на форуме пользователи уже могут общаться напрямую друг с другом, причем по определенным темам. То есть не лезть куда-нибудь там в общую, где просто там трёп идет, а именно на тему, которая их интересует, да? Естественно. Ну, допустим, я вот вижу, например, вот конкретно уже установка, настройка программ, то вот человек может сразу пойти на браузере, и если его что-то там интересует по браузерам, он может уже конкретно по браузерам, значит, это самое, и общаться. А так выскочить в общую, вот, допустим, там G-Party пойти и посмотреть там, что... Ну так, то, что надо, Сергей, здорово, здоровски сделано, я, в принципе, это самое целиком и полностью одобряю. Так, чтобы все-таки подписчики приняли, скажем, или кто смотрит блог, посильное в этом деле участие, чтобы потом могли смело сказать, что вот веб-сайт был практически создан, в смысле проплачен на средства именно зрителей канала, значит, и будущих пользователей вот этого веб-сайта. Вот и все. Так и скажем честно, что авторы на это дело не потратили ни копейки, как говорится. Наша помощь и работа заключалась в том, что были созданы видеоролики и сделан был веб-сайт. А остальное, как говорится, какое людям понравилось, вот они за это с миру по нитке, как говорится, проплатили. Вот, и с миру по нитке голому рубаха получился, так сказать, ну, скажем так, нормальный блок. Вот и все. Ну да, а здесь вот, здесь, я уже сделал раздел. Иметь файловый обменник свой, это нет, вообще... это было вообще бы, конечно, то есть, ни к чему не отвязан, не привязан, плюс мы можем поставить счетчики на скачку, кто у нас там что скачивает, кому что больше нравится, это что же делаем? Естественно, вот, кстати, вот, чтоб я пока не забыл, насчет счетчика на скачку. Вот смотри, во-первых, оформление вот этого. Угу. Смотри, переводом на карточку такую. Показать. Международным переводом. Показать. Банковским переводом по Украине. Показать. Платежные системы. Показать. Ну что, здоровски, нормально. Да. Так? Ну, понял я юмор, да. Насчет... Мы уже будем видеть количество переходов по этим ссылкам наших пользователей. И плюс, значит, также сделать ссылки на наши сборки. Установки авторских сборок. Где скачать готовые авторские сборки? Ну, понятно, да. Да, да, да. Ну что, и вопросов тогда нет. Вот это хорошо сделано, нормально, Сергей. Потому что, ну, переход по ссылке это... Далеко, конечно, не всегда означает, что человек будет скачивать сборку. Тут вот, если... Уже у нас есть информация, сколько интересов появилось. Да, да, здесь я согласен. Знаешь, вот так вот я на него смотрю, ну непонятно, вот есть там переходы, скачки, нету там ничего. Я только знаю, что мне, по-моему, пишут люди там, вот скачал, у меня какая-то проблема. Вот это я уже знаю. Да. А так хотя бы примерно можно интереснее уже посмотреть статистику. Ну и на главной странице блога, значит, ну-ка, зайди на главную страницу блога. Наверное, тогда вот здесь. Ну тут у меня уже все это дело несколько видоизменилось. Обратной связи. Ну, в принципе, или так, да. Все, да, то же самое. Одна штучка для тебя, другая для меня, и пускай люди связываются. Вот, и, значит, мы тогда сможем все это дело, значит, взять. Да,
принципе, так. Ну, тогда, в принципе, и нормально. Да? Все, вопросов нет, Сергей. Нормально. Устраивает. Пойдет? Да, да, да. Все, все нормально, все пойдет. И добротный веб-сайт. Ну, сейчас только, значит, единственное, дособирать деньги, проплатить за хостинг. И тогда уже можно будет запускаться. Да. Нормально все сделано. Хорошо. Ладно, ну что, включаем счетчик ожидания, когда мы, как говорится, наберем необходимую сумму. Вот. Ладно, Сергей, добро. Полное добро даю. Доброе.